От кадров до вооружения Минск готов сотрудничать с Ташкентом по всему спектру оборонного сектора. Президент Беларуси сегодня во Дворце независимости встретился с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана. У Виктора Махмудова, который также является советником главы Узбекистана, большая воинская карьера. Генерал-лейтенант поочередно возглавлял несколько военных округов своей страны, был начальником Академии вооруженных сил и первым замминистра обороны Узбекистана. Приезд такого специалиста, отметил Александр Лукашенко, это выполнение соглашений, достигнутых во время официального визита президента Беларуси в Ташкент в сентябре. Тогда главы государств договорились усилить сотрудничество по всем направлениям, в том числе в оборонном секторе. Я говорил президенту Узбекистана, что пусть приезжает любой представитель президента Узбекистана. Мы ему покажем все, расскажем, покажем, что будет интересовать в данном случае оборонный комплекс Узбекистана, начиная от кадров и заканчивая вооружениями. Что мы можем сделать, вы, в общем-то, знаете. Ну и кое-что уже посмотрели, что еще не успели посмотреть, то вы посмотрите. И я еще раз заверяю вас, что все наши договоренности с президентом Узбекистана святы. Мы обязательно выполним взятое на себя обязательство. Мы, когда бываем в Беларуси, мы чувствуем себя как среди родных людей. Вчера встречались с нашими коллегами, провели, значит, хорошие переговоры. Мы подвели итоги нашей работы. Мы с Советом безопасности Республики Беларусь уже давно активно сотрудничаем. Получилось так, что практически вся дорожная карта, которую мы запланировали на 2018 год, она полностью реализована. Мы удовлетворены, значит, достигнутыми результатами, и по итогам наших консультаций мы подписали новую дорожную карту и наметили свою работу на 2019-2020 годы. Сотрудничать Минск и Ташкент будут не только в оборонном секторе. Так, сегодня Виктор Махмудов посетил производственные площади завода «БелАЗ», а завтра секретарь Совбеза Узбекистана намерен побывать в Минском автомобильном и на заводе колесных тягачей.